И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. Сегодня мы пойдем, я по крайней мере рассчитываю на это, заниматься колдовством и магией. Да, изучается это все дело вот примерно вот здесь, на Е5, вот в этом квадратике. И, собственно, называется это «Лощина панцирников». Что же сделал я за кадром? Я за кадром просто установил котел экономичный и экономичный стол алхимика. Собственно, вот для вот этого 15-1, здесь 25-10. Как бы то ни было, не 50. Что там, 20 было, да? То есть очень даже неплохо. Также нужно будет заняться брониками обязательно. Кстати, этот чувак у меня после перезахода заработал. Ходит, рубит, красава. Так, кстати, а куда я свои вещи-то? Я забрал отсюда? А, я забрал. Я топор, значит, все убрал. Да, у меня вот выпал боевой топор берсерка, вы его видели. Топор палача, топор берсерка есть, то есть сминание щита, здесь у нас казнь идет. Ну, возьмем палача, мне это как-то поинтереснее. Также вот эта дубина для ловкачей. Ну давай хотя возьмем вот эту дубинку тоже, пускай будет. Посмотрим, что, когда, где. Ну и пойдем в пещеру. Так, пещера. Какую сторону? Да, вот примерно в эту сторону. Если в, ой, если в так посмотреть по карте, то мне нужно вот сюда. Так, а куда мне нужно идти? А, то есть я тпхаю сюда, в Клоаку, а мне нужно подниматься наверх. У меня телепорт сюда. 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 Ну да, из Клоаки будет все-таки легче добираться в этом плане. Так что идем туда. Ну, кстати, да, из Клоаки добираться легче, так как можно вот поверху пройтись, и здесь все как бы хорошо. То есть. Тихо. Это я помню место дебильное. Здесь можно разбиться, падая. То есть, казалось бы, вроде бы он должен уже бежать, а нифига. Здесь можно так вот обойти и, то есть, минуешь очень большое расстояние в этом плане. Так что это очень удобно. То есть, здесь, по сути, сейчас нужно что? Во-первых, найти изучение. А во-вторых, уже начать немного это все дело распахивать. Смотреть, что, когда, где. Ну и чё, думаю, сейчас до пещеры дойдем, тем более, что она где-то вот там, недалеко. И там уже посмотрим, что, как, да где. Эй, ну почти. Так, вот на эта пещера. Пещера находится наверху. Что-то я сюда ходил лутать. Скверно накапливается. Интересно. Но я помню, что я ходил что-то здесь лутать. На что? Не помню, что я там добывал. Блин, реально не помню. А, может, я просто за кровью здесь бегал. Раз скверно, и есть шанс, что... Да, это именно оно. Ну, ладно. Сейчас мы это все проверим. Отъедаемся полностью. Инструменты есть. А вот факела-то и нету. Надо добыть. Благо. Ой, не так. Это делается легко. Так, а вот это мы выкинем. Пожалуй. Дубинка. Так вот, тоже выкинем. Выкинем. Инвентарь не будем захламлять. Он и так. А! Лошара. Я выкинул еще до того, как задался факел.
Так. 4. И отлично. Да-да, точно. Хм. Они же, получается, нежить, да, является? Надо было все-таки брать меч, который на нежить. Ну, пофигу. Вообще, как-то пофигу. Вроде здесь еще что-то из ресурсов можно было добывать, но я этого не помню. Так, ну-ка. А если в так? Вот так. Ну, так уже получше. И да. Я вот это вот точно не помню. Здесь был вот такой заход и вот здесь вот подъемчик. Все, вот этого точно не было. Ну, это на тот момент, когда я играл последний раз. Слушай, я не помню, чтобы сфера так накапливалась. А может, она накапливалась реально так сильно. Прям реально этого не помню. Но бог с ней. Так, давай посмотрим, что-нибудь здесь есть еще или нет. Нет, здесь ничего нету. Да, здесь было вот сюда подъем, и вот этого уже не было. Так что это я вообще вижу в первый раз. Скверно накапливается. Ё-моё, как это тут прикольно. Так, погоди. Ну ладно, ладно, похилялся, отлично. Так, здесь ничего нету. Пещера Курака. Прикольно. Интересно, если я улькнусь туда вниз, это что-то будет плохое или нет? Что-то не хотелось бы проверять, пока у меня есть инвентарь. Ну, в смысле, есть предметы в инвентаре. Такой же алтарь призыва. И вот здесь как раз-таки вот слово силы ледяной мост. Не понял. Мост. Слово силы ледяной мост. Поможет преодолеть пропасть. А, это заклинание, по ходу дела. Простейшее колдовство. И... Что там скверн что-то? Обнаружение скверны. Во! Это то, что я изучил здесь. Как я понимаю, здесь больше ничего сделать нельзя. Здесь больше ничего нету. Вот камень собрал, нафиг не нужный. Так, здесь ничего такого нету. Отлично. Так. Здесь у меня ничего не открылось. В талантах. Заходим в колдовство. Требуется колдовской посох. Отлично. То есть мне нужен будет посох. Стол чародея. Вот такую сумку я уже выбивал. Ну, значит что? Значит, идем домой. Будем смотреть, что как там. Так. Благо, до дома дойти быстро. Так, убираем факел. О, а что, мешочек. О, скверна убывает. Отлично, благодаря тому, что они в духе работают, это все намного быстрее происходит. И даже на первом этаже, что очень хорошо. Так. Холчевый мешочек. Мешочек с реагентами, принадлежащий колдуну. Ладно, бог с ним. Что мне сейчас нужно? Мне нужно мотолок. Крафтинг, я думаю, где-то. Ковка. А, господи, я прочитал ковры, думал. Ковры? Что? О, мастерская. Ну этот понятно. Во-во-во-во. Стол чародея. Хрусталь, камень, железный брусок. Фигня полная. По ресурсам. Давай вот так, вот так. И что там, хрусталь был? Где-то в конце. О. Ну и, естественно, логично будет это устанавливаться здесь. Кстати, да, я сидельника установил сюда. Ну а чё? Вполне как бы плюс-минус даже логично.
Так, отлично. Здесь можно поставить раба. И он есть у меня. Вот. Хольгир Чернокнижник. Погнали, братан. Ты наконец-то из ящика становишься на свой почетный верстак. Ого, ты смотри, какой масочки такой серьезный. Не помню, где я его добыл, но это было точно давно. Так, он дает рецепт исследователь. Два штуки. Страничка. Ах, твою мать. Страница с неудачными заклинаниями. Я их постоянно выкидываю. Ладно, колдовской посох, железный брусок и хрусталь. Отлично. Так, вот это вернись на место. А сделать я не могу. Так, погоди-ка. Нельзя использовать... Чё? Этот предмет не переместить. Что у меня первое... Ну, это понятно. Это описывает то, что... Это... Нельзя использовать создание только для доспехов и оружия. А-а-а! Доспех и оружие. Ну, окей. Допустим, тебя могу? Вот, тебя могу. Внешний вид. Так, погоди. Давай посмотрим, что я могу сделать. Чтобы такое, что-нибудь нужное мне не закосячить случайно. Давай сделаем... Ё-моё, сколько у меня всякой... Сколько у меня всякого говна? А чё далеко ходить? Сейчас сделаем какую-нибудь шляпу. Типа вот это вот там. И на них проверим. То есть это уже будет немножечко более показательно. Что, как, да где. Так, погнали. Допустим, делаем кирку и топор. Допустим, исходные параметры кирка, внешний вид топор. Соединить. Не удалось наложить иллюзию, образец внешнего вида не сочетается с исходным образом. Погоди. Теперь делаем по-другому. Где мой кузнец? Давай попробуем так. Железная кирка, каменная кирка. Хоба! Соединилась железная кирка. Интересненько. А внешний вид у нее каменной кирки. Так, понятно. То есть это у меня железная кирка. То есть я могу, типа... Ой, простите, я в тканевой шмотке, а по факту у меня топовая шмотка. Я понял, но для чего мне это? Да черт его знает. Мне больше интересно, почему я не могу создать вот это, колдовской посох. Железо есть, хрусталь есть. Создать не могу. Мне вот это непонятно. Вы приняты нового типа, чтобы совместить параметры одного внешнего вида другого. Непонятно. Так, взял задание... Ой, не сюда. Взял задание... путешествие из изгнанника колдун. И бегу к колдуну. Здесь тусуется колдун. И, собственно, его нужно будет вальнуть. Ой, да ладно. Пошел. Вот, его нужно будет вальнуть. Для чего? С него, во-первых, свитки выпадут. То, что мне нужно. А во-вторых, может еще что-то интересное. Так, я здесь все активировал. Нажмите Е, чтобы использовать. Ну да, вроде бы все активировал.
Страница с неудачным заклинанием. Да, здесь вот то же самое. Этот верстак стоит. Но здесь вроде бы больше ничего нету. Здесь. Ну да, здесь вроде бы больше ничего нету. Я вот сейчас разгружаюсь и только сейчас заметил, что у меня лежит колдовской посох. Интересно, у меня он до этого был? Или что? Время и пространство растянуто. Расступится перед вами, откроет прошлое, настоящее, будущее. И что это я просто правую кнопку нажал? Так, ладно, окей. Правую кнопку нажимаю, точнее, зажимаю. А теперь левую нажал. Колдун обнаруживает ближайшее осквернение предмет. Ага. Обнаружение скверны. Интересно. И я типа это сейчас буду видеть? Оскверненные лучше. Интересно. Так, как это проверить? Да, мне нужно вот сюда. Так, это где я? Ой, а тут ночь. Вот прям идеальное время я решил найти, чтобы вот это все дело потестить, да? Темень сраная, и я вот это вот бегаю. Так, сквер накапливается, да, это понятное дело. Ой-ой-ой. Ладно, ночь. Переждем. И нажимая на правую кнопку мыши, я выбираю, какое я из заклинаний буду использовать. Вот, к примеру, это. Это, собственно, ледяной мост. И отменяем. Опять нажимаем на правую кнопку мыши. У нас появляется список. Назовем это так. Потом выбираем тебя. И активируется заклинание. Конечно, я так и не понял. Колдун. А, ну и да, и окончательно активируем. Я так и не понял, как она работает, если честно. Ну, типа, камон, скверно, у меня здесь везде и так накапливается. Просто стали какие-то звуки дополнительно появляться, да? И все. Вот это я понять не могу. Типа, обнаружение скверны. Слабая скверна. Скверна накапливается. Вот это вот я и не понимаю. Я знаю, что вот здесь скверная очень такая прям жесткая. Но хоп, и все сбросилось. То есть это мне типа надо стоять в каком-то укромном месте, колдовать это дело. Не, возможно, это для чего-то будет нужно, но кто ж его знает. То есть, ну и вот. И чё вот мне это дает? И вот оно сбросилось заклинание. Типа, немножечко залез и все. Ну вот, допустим, вот такой сгусток скверны я и так вижу. Зачем он мне?
общем, как-то все непонятно. Так. Могу вернуться. Вот что-то, кстати, телепорты сломались. Я понять не могу, почему я не могу вернуться. И кнут телепорт home do it to in... Incombered. Что? Так. Вот если продолжить... Не туда. Почти угадал. Если продолжить путешествие с Гланником, то вот здесь как раз таки требует, после того, как сделаешь стол чародеев, улучшить свою книгу Курака. И вот, собственно, книга Курака-то у меня есть, книгу Даля. Ее нужно улучшить. И вот здесь как раз в рецепте и используется твоя книга. То есть нужно страница с заклинанием, потухшее мясо, камень. Страница с заклинанием, то есть мы получаем либо вот так, либо вот так. Либо с помощью убийства мобов. Но вот что-то с заклинанием у меня не очень-то... Ага. Это что, я второй раз гонял, мне второй раз дали книгу, что ли? Ну, возможно. Я просто вас гонял, чтобы мне этот засчитался... Засчитался квест, ну и по ходу дела, да, еще раз дали. Ну ладно, это бог с ним, мне на это как-то пофигу. Да, дали щит, дым печати. Кстати, у него защита от чего там, от холода, от жары. Давно забытый. Защита от жары у него. Это прикольно, это прям неожиданно. А лутанул я вот здесь на озере. Я вспомнил, где я раньше всегда видел крокодила. Да, ага, показываю стрелкой. Вот где стражи. И вот здесь это озерцо. Вот здесь тусуется этот крокодил. Я там всегда его и видел. Так, ладно, что мне нужно? Мне нужно заклинание, то есть листок с заклинанием. У меня другая проблема. У меня что-то хобби и не работает. То есть мод почему-то сломался и не хочет работать. Пишет вот это вот говно. Причем уже перезаписывал сетхом, он не хочет. Просто проблема, я бы тогда мог телепортироваться по всяким колдунам и так далее, но фигня. Единственное, что, давай посмотрим, вот сейчас скверна уберется полностью. Угу, скверна убыла. Нет, точно так же не работает, то есть вот скверна нету, шляпа. Ну то есть прям конкретно какая-то тупость, эта фигня. Хм. Во-первых, появилось создать колдовской посох. Во-вторых, заработал хоум. Сет хоум мой заработал. А все из-за того, что я тупо перезашел в игру. Так, ладно. Вот здесь вот, кстати, потребовался мне вот этот вот мешочек. Так, выбираем тебя. Ага. И как далеко ты сделаешь этот мостик? Кстати, да, мешочек один заюзанный. А, интересно. Он реально вырос. Ледяной мост. И как он долго будет работать? Ага, и вот он уже развалился. Отлично. То есть он сколько-то, ну, с полминуты, да, примерно доработал. Интересно. Мне теперь просто интересно вернуться в пещеру. Требовал он холщовый мешочек для вот этого всего непотребства. Так, а где у меня сумка? Чёрт, ты читер.
Где-то у меня были сумки. Ага, вот они. А, мешочек. Ну, неважно. А, вот эти самые мешочки можно делать на столе алхимика. Так, это котел. Вот, стол алхимика. А, требуется уже жертвенная кровь. Здесь тканый мешок демона. А, ну здесь веревка, протухшее мясо, кость, то есть вообще изи. А, хлам хламецкий. А, то есть, чтобы построить мост, это как бы, ну, вполне неплохо. Ну и расстояние такое как бы не кисло. То есть, что, отсюда вот туда. То есть, опять-таки же, это я туда направлял. Может и дальше, может мосты строить, кто ж его знает. Ну, кстати, давай проверим. Сейчас выйдем отсюда вам. И, допустим, вот туда. Запускай. Давай мне мост. Так. Ага. Я, возможно, не туда направил. И он скверн накапливает. То есть он всегда накапливает скверн, когда я использую заклинание. Да, то есть вот я его направил немножечко вниз, тупанул, и он у меня вниз и направился. То есть он таким мостиком сделался. Ну-ка давай по новой. Кстати, даже давай вот прям по максимуму сделаем. Ну куда-нибудь вот туда давай вообще. То есть у него есть все равно ограничение какое-никакое. То есть он слишком далеко тоже не получится сделать его. То есть вот это вот самый максимум как раз есть. То есть он вот немножечко дугой и все. То есть если сделать чуть повыше, то он, соответственно, задерется вверх. Но не сильно много. Это что самое немаловажное, скажем так. Так, ну ладно, а мне нужно найти колдунов. Кстати, да, вот он почему-то работает, добывает дерево потихоньку, ну, пускай добывает, хорошо. Мне нужно этот долбанный свиток сделать. Да, у меня ничего здесь нету. А, либо жертвенная кровь в склянке. Ой, уронил что-то. Жертвенная кровь в склянке, это мне нужно будет уже ставить... Ой, какой-то жертвенный стол, я думаю, да, нужно будет ставить. Вон доспехи бездны, лук бездны, зов бездны. Сокрытие скверны, поднятие трупа, неглубокая могила. Жертвенный камень. Каменный пистолет для жертвоприношения, который... Ага, вот. То есть это у меня... Ну, по сути, это вот как раз вот это, если изучить, создать, то вот у меня как раз вытягивание души, кровавый обряд, жертвенная кровь в склянке, то есть тогда, то есть мне нужно начинать именно вот с этого. А что самое смешное, попробуй-ка начни, то есть либо ты находишь книгу заклинанием, либо ты раба чернокнижника себе находишь, чтобы он тебе это самое сделал. А, ужасно. Ладно, в любом случае погнали обратно геноцидить колдунов. Хм, даже интересно стало, а могу ли я сделать, допустим, подъем наверх? Да? То есть вот, запускаем. Выбираем. Ну... Что-то он не хочет. По
крайней мере, здесь он что-то не хочет. Ну-ка, давай-ка еще раз. Выбираем. Так, запускаем, выбираем и... Немного скверный, но... Эй, давай, поднимай. Смешно. Но... Зато я сюда забрался. В чем прикол? Да ёпрасты, задолбали вы меня! Да чтоб ты тварикала! Сильно и долго. Во! Чё это за свиток? Но это всего лишь один из 10. Так, ну и вот он, собственно, мостик ушел. У меня вся надежда вот на этого колдуна. О, кстати, точно, отсюда же у меня были. Карта мертвого колдуна, записки. Так, ну-ка, я там. О, страница заклинания. Отлично. Записки куча и неудачное заклинание одно. Отлично. Просто супер. Ну-ка. И хом работает. Вообще просто потрясающе. Ой, как это все быстро будет происходить. Здорово. Так, все пергаменты кидаем сюда. Отлично. Протухшее мясо и камень. Камень... Ну, допустим, и протухшее мясо. Надо было сюда скидывать. Хотя оно могло бы испортиться, но бог с ним. Ну, в смысле, испортиться и исчезнуть. Да, протухшее мясо тоже может испортиться. И тоже может исчезнуть. Что логично. Так. Создаем. Оу, да. Стол с РГБ-подсветкой. Вот когда был придуманный. Вытягивание души, вот это все, короче, просто супер. Теперь у меня еще больше заклинаний. Ага, вот на следующая стадия. Страница с заклинанием, мелкая дичь и перо. То есть появилось следующее заклинание. Этого у меня нету. Ну а здесь уже, соответственно, вот так. Давай посмотрим, что у нас появилось. Колдун. Вот, появилось и третье заклинание. И вот это вот оно. Так, колдун размещает душу на определенном месте, превращая ее в фонарь. Понятное дело. Это факел. И вот здесь вот душа стоит и освещает. Да. Работает этот фонарик. Ой. Опять что-то уронил. Так, работает. Где же я читал? А, вот. Так, погоди-ка. Это не это читал. Это вытягивание души, жертвенный камень. А, во, туплю. А, душа-фонарь. То есть, вот то, что я поставил душа-факел, длительность 30 минут. А, душа-фонарь, длительность 60 секунд. Я что, около тебя еще и сквер накапливаю, что ли? Ха, непонятная фигня. Ну, это тоже такое больше баловство. По большей части, здесь уже начинается вот это. Точнее, не вот это, а вот это. И вот тут уже вопрос.
Так, камень, железный брусок и факел. Прикольно. Кстати, вернись, камень, железный брусок. Ты же больше здесь не нужен? Ну да. Это пускай здесь лежит. Нужен остался только камень. Вот как это работать будет? То есть я должен его притомить или просто притащить на базу? Вот, и кровавый обряд. Жертвенная кровь в склянке. И вытягивание души. Собственно, это уже будет так и работать. Жертвенный камень. Вот интересно, как он будет работать-то в целом. Так, что у меня здесь еще раскрылось? Колдун-то я, да. О, кстати. Забрать награду. О, страница с неудачными заклинаниями, это хорошо. Прочный шлем. Шлем сам не дали. Но, наверное, мне и дали его изучение. Да, вот, дали его изучение. Именно что? Доспехи, полный сет. Конечно, доспех какая-то фигня полная. Ну, оно больше, по большей части для красоты, как я понял. Вот это хорошо, что мне дали. Глядишь, скоро еще одну страницу с заклинанием изготовлю такими темпами. Так. Где моя дубина? И где моя цепь? Погнали проверять. Так, вот мы тащим раба, допустим, да? И... О, да, все правильно, я так и понял. Здесь мы уже совершаем... Пока еще живой. Здесь у нас что нужно сделать? Выпущенную сделку необходимо для проведения ритуалов. А это понятное дело. А как мне тебя запустить? Реген для старения, жертвенный камень. Кстати. Ага, нет, нифига. Страницу заклинания можно... А, достать с ящика змеи мага. Ящик змеи мага. То есть страницу заклинания можно отсюда достать. Ну, это понятно. То есть этот я уже этап прошел. А как мне ритуал провести? Не оно. Вы перегружены. Слушай, ну давай попробуем разгрузиться. Ага, вот. А теперь все нормально. То есть я теперь не перегруженный. И могу делать ритуал. А, ножик уже здесь находится. Хе-хе-хе. Смешно. Ну, в целом, что я сделал с ее соплеменниками, там был еще хуже. Здесь голову перерезал, как бы, и это. А там-то вообще было ужас и кошмар. В смысле, ты еще до сих пор живая, что ли? Не, ну тогда, слушай, тогда не ужас. Не, ну тогда да, тогда это ужас. Там-то просто раз топориком и все. Стеклянная склянка, есть ли они у меня? Это у меня все краски, да? А могу ли я изготовить ее здесь? Нет. Это мне нужно делать форму, это мне нужно делать... Да твою мать! И вот просто такой таран идет нафиг, и фиг ты пройдешь мимо.
Это мне нужно стекло, это мне нужно... Ой, кошмар, сколько мне всего нужно, чтобы делать эти склянки и так далее. Для этого мне нужно сделать вот здесь вот форму. Форму для изготовления венцов, изготовления склянок. Железный брусок 15. О. Так, скляночки пошли делаться. Но мне пока и одной достаточно. Так, все, откисло окончательно. Закидываем вот это вот. Ты у нас не портишься, и на том уже хорошо. Но, блин, типа, один раб, один кровавый обряд, это же ужасно долго. В том плане, что мне бегать-то придется, ядрено сколько. Стеклянная... А, ну это, наверное, когда у меня будет этот... В общем, надо будет проверить. Так, а это мне зачем? А, мне это зачем, чтобы я сделал вот это, потому что здесь нужно вот это. Кисть для рисования, растительные волокна. Здесь 5 перьев, мелкая дичь. Кошмар. Так. На удивление, кисть для рисования я где-то находил. И вот на мелкая дичь. Очередь заполнена. Эй! Типа, короче, я уже создаю, ведь страница типа светится уже, я типа могу создать. Но так как очередь всего лишь в один предмет, ничего с этим не поделаешь. Так. И создаем, точнее улучшаем свою книгу. Снова осталось с RGB подсветкой. Замедленное падение. Хм, интересно. Замедленное падение. Колдун подает, создает пары фетра, которые мягко опускают его на землю с любой высоты. Длительность 60 секунд. Вот это уже интересная штука. С любой, говоришь, высоты, да? Ну, давай проверим. Тем более, что любая высота у меня есть. Даже можно чуть повыше забраться попробовать. Ай, ёп твою ж за ногу. Рановато. О! Ты какого фиг тут стоишь? Лишний. Так, посох. Запускаем. А, здесь у нас... Наверное, вот это, да? А, это был мост, а вот это вот... Так. Замедленное падение. Ого, вот реально поток вокруг меня. И... Вау! Клёво. А ведь реально? Поток ветра, все в таком духе. Прям как описывали. Вау! Да он просто в целом левитирует. У-ху! Нет, ну слушай, таким поиграться можно. То есть он в целом, вот видишь, как бы с любой высоты. То есть... У-ху! Ладно, это как минимум прикольно. Дальше у нас уже будет скакун бездны, скакун бездны, носорог и лошадь. Круг силы, открывающий проход в бездну. Это уже на следующем. Для этого мне опять-таки же нужно будет страница с заклинанием. А, дичь одна штука, светящаяся кашица. А страница с заклинанием, это опять мне нужно будет жертву приносить. Это заморочек. Ну так, поразвлекаться можно, это максимум, как по мне. Чё-то я не вижу, ну допустим стена огня, да ты пока это скастуешь. Кошмар. Подступающая тьма, колдун окружает себя чистой тьмой. Призыв трупа. Ритуал, призывающий последний... Созыв мертвецов. Зеркальный двойник. Расщепляет, собственно, душу, создает зеркальный двойника, который
Провоцирует врагов. Невидимость. Вот, типа, интересно. Совершенно невидим на 5 минут. Да, ну, опять-таки же, для чего это нужно? Эликсир перерождения, позволяющий спутникам получить физические и умственные навыки. Вот это уже интересно, но это хо-хо-хо-хо-хо, так еще не скоро. Зов бездны. Вызов демона нетопыря. Лук бездны. Молот бездны. Доспех бездны. Гроза. И камень переноса в самом-самом-самом конце. Там уже и требуются и осколки силы. И так далее. В общем, заморочек я шатал-манал просто. Сколько? Много. Нужно оно мне это? Да кто ж меня знает. Может и нужно. Когда я это сделаю? Да кто ж меня знает. Вот странички будут появляться, тогда я буду делать. Без всяких жертв и все в таком духе. Да блин, как-то слишком геморно. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.